Ух ты! И снова я, Александр Криволап, печенье. Ребята, сделаю маленький обзор, как прикрепить баронку, вот эту, конскую баронку. Раньше такую баронку таскали лошадями, сейчас будет таскать мой мотоблок. Как прикрепить такую баронку к мотоблоку Кентавр МБ2013Б3? Что мы сделали? Мы нашли центр баронки и приварили к ней пластину. Пластина шириной, ширина пластины 50 мм, толщина пластины 8 мм, длина пластины 620 мм. На пластину мы приварили два куска трубы. Труба 3/4. То есть диаметр трубы 27 мм, внутренний диаметр 21 мм, длина одной трубы 71 мм. Вот так там. И сделали крепление. Вот такое крепление, ребят. Вот такую штуку мы сделали. Нашли пластину. Пластина, ширина пластины 50 мм, толщина пластины 8 мм, длина пластины 460 мм, то есть 46 сантиметров. В этой пластине мы посверлили отверстие. Отверстие 12 мм. Диаметр отверстия 12 мм. Их 1, 2, 3, 4, 5. 5 отверстий. Расстояние между отверстиями 70 мм. Здесь прикрепили для жесткости, на всякий случай, уголок. И с этой стороны приварили уголок. А это крепление... Отверстие одно, отверстие второе. Сюда вставляется болт. Оставится это на бароночку. Вот так. Раз, сюда вставляется болт. Болт 420 мм. Длина болта. Диаметр болта 16 мм. Вставляем болт. И... контролируем гаечкой. Сцепка баронки. Сцепка, которая цепляется на сцепочка сюда. Раз. И вставляем болт. Сцепочка баронки. Есть. И сюда. Давай. Вот. Здесь будет стоять мотоблок. И будет тащить сюда. И как в деле, я не могу показать, потому что огород еще сырой. Когда высохнет огород, я буду барановать, я сделаю очень коротенькое видео. Буквально 2-3 минуты. Видео, как идет работа. Что из этого получилось у нас. Ну все, ребятка. Всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Криволап, печенеги. Вот так мы сделали приспособление, чтобы прикрепить баронку к мотоблоку. Все, пока-пока.